Типа, от вас уже уезжают. Вы, типа, успеваете закрывать все это. Запустили в лайфсампе всю эту новость. И я о ней, разумеется, расскажу. Голосовой чат идет по умолчанию. Типа, это же реально очень сложно писать вот с этой вот. И, глядя на все это, я думал, что, ну, разработчики и КРМП проектов... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. По-моему, я могу и ошибаться, кстати, я о таком вот подобном уже рассказывал. Может быть, это был другой проект, может быть, это был не другой проект. Может быть, я об этом вообще не рассказывал, я не знаю, проверять долго, проверять нормально, проверять хорошо, но я не особо хочу все это сделать. Давайте просто вот запустили в лайфсампе всю эту новость, и я о ней, разумеется, расскажу. Скажу, что, как, зачем, для чего там на 5 минут, может быть на 6, на 8, на 7. Давайте приступим. Скоро на Black Rush появится голосовой чат. Довольно редкая штука в мобайле, но очень полезная, так как печатать на телефоне в игре такое себе удовольствие. Я почему-то все это время думал, что на Black Rush есть голосовой чат. И даже, ну, как-то под сомнение все это не ставил, что, ну, там, типа, нету голосового чата. Мне почему-то всегда казалось, что на всех мобильных проектах голосовой чат идет по умолчанию. Типа, это же реально очень сложно писать вот с этой вот клавиатуры большими пальцами там туда-сюда, вот это вот все не особо удобно. Можно привыкнуть, но удобно будет все равно не особо. И глядя на все это, я думал, что, ну, разработчики и КРМП проектов, и да, сам Android проектов на телефон, они как бы все это понимают и сразу же на свои проекты, на свои сервера добавляют голосовой чат. Как оказалось, это не так. И как оказалось, голосовой чат добавляет на свой проект только Saint-Tropez Roleplay, по всей видимости. Я так понимаю, я могу и ошибаться, но вот голосовой чат вот где точно есть, это на Saint-Tropez. Может быть, еще на Барвихе, может быть, еще на прочих проектах, но вот точно я сказать не могу. Посудите сами, играешь ты в ПД, задерживаешь какого-то преступника, и пока там начинаешь все это вводить, здравствуйте, вы там задержаны по подозрению в том, что перевозите, я не знаю, там 3 килограмма наркотиков и всего-всего прочего, типа, от вас уже уезжают, вы, типа, успеваете закрывать все это, и только потом там нажимаете вот кнопку того, чтобы сесть в машину, едете за ним, по итогу не догоняете его, все прочее, и почему-то голосового чата на Black Rush вот до этого момента не было. Почему так произошло, я не знаю, видимо, им было, я не знаю, сложно реализовать весь этот голосовой чат, либо я просто не знаю, почему голосового чата на Black Rush не было. Если кто-то из вас знает, это не байт на комментарии, действительно, если кто-то из вас знает, почему голосового чата не было, то, разумеется, пишите все это в комментарии. А то, что сейчас на Black Rush он появится, это только положительная новость. Многие могут подумать, что голосовой чат они будут вводить долго, и пока они его вводить будут, или будут вводить его, или там по-другому можно еще слова переставить, то получится так, что, ну, я не знаю, возможно, они вполне забьют на какие-то обновления, которые были, типа, там, знаете, уже запланированы. Но из-за того, что они реализуют голосовой чат, ну, обновления они отложатся. Это может быть такое вполне у кого-то в голове возникнуть. Тем не менее, как лично мне кажется, голосовой чат он уже готов. И вот они уже скоро его запустят, скоро он будет работать. И играя, допустим, в полицейском департаменте, вы с легкостью сможете ловить преступников, несмотря на то, что вот в голосовом чате, наверное, все равно нужно будет как-то отыгрывать все эти действия. По типу там /me надел наручники, только при этом это будет теперь в голосовой чат. /try, типа, удачно, неудачно, и вы такие, типа, сами будете решать, удачно вы надели наручники, неудачно, и постоянно будете, знаете, играть в свою пользу, как это называется, на гамбите, или не на гамбите, это все так называют, может быть, на Trinity Roleplay, может быть, на еще каких-то проектах это есть. Тем не менее, вот оно все есть теперь, и скоро, я думаю, появится на всех серверах Black Rush, и чуваки, которые давно уже мучились от того, что не могут, там, знаете, вводить все эти слова на этой клавиатуре телефона, что у них там все лагает, что у них там все плохо.
плохо, а теперь они смогут все это говорить, и от них никакие преступники не скроются, и просто так уехать от полицейских теперь тоже не получится, пока он там вводит все эти свои, знаете ли, команды, и типа, ну да, это замечательная новость, я обеими руками за нее, посмотрим, что получится у разработчиков, у скриптеров, у всех прочих чуваков с Blackrush, но я вот обеими руками за всю эту разработку, делайте, все будет круто, все будет нормально, никого не слушайте, ну или можете прислушаться к игрокам, можете прислушаться ко мне, хотя я ничего такого дельного по поводу голосового чата не сказал, тем не менее, вот голосовой чат, он нужен всем, он нужен на каждом проекте, и без голосового чата в 2020 году, ну просто мы, никто не сможем существовать вообще ни на мобильных проектах, ни уж тем более на компьютерных, на которых уже давно чуваки общаются, ну или стараются общаться через голосовый чат, потому что там типа, знаете, вот эта вот эра, когда найди меня в Дискорде, там мой никнейм, там то-то, то-то, айди вот то-то, добавь меня, пожалуйста, в Дискорде, мы с тобой пообщаемся, поиграем, сейчас это все делается легче, и это замечательная новость. Я играл на проекте Arizona Rally Play Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, и там все это, разумеется, узнавайте, ознакомьтесь и все прочие вещи также делайте. Всем до свидания и пока.